Привет всем зрителям канала «Правильный выбор». С наступлением теплой погоды встает вопрос приобретения кондиционера, который позволит комфортно находиться в помещении с прохладным воздухом. Кроме того, такое устройство можно использовать для обогрева комнат и фильтрации воздуха. Поэтому сегодня я расскажу вам про 7 лучших кондиционеров, которые сейчас имеются на рынке. Я отмечу ключевые особенности и технические характеристики каждого оборудования, а также оставлю ссылки на магазины, где вы сможете узнать стоимость этих кондиционеров. Ну а перед тем, как я начну, попрошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик. Эти простые действия помогают развиваться каналу, а вы всегда будете в курсе выхода новых видео. Также буду признателен вам за лайки и не стесняйтесь оставлять комментарии, ведь они помогают оценить проделанную мною работу. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начну. Открывает наш топ сплит-система Mitsubishi Heavy Industries, модель SRK-20ZSPRS и SRC-20ZSPRC. Они отлично справляются с задачей по охлаждению воздуха в летние месяцы, а в осенне-зимний период и даже зимой, когда за окном мороз до минус 15 градусов Цельсия, они эффективно обогревают обслуживаемые помещения. Кондиционер имеет низкий уровень шума. Услышать, как он работает, можно только с очень близкого расстояния. Одной из ключевых особенностей данной сплит-системы является то, что они обладают функцией повышенной мощности High Power. При активации этой функции кондиционер переходит в интенсивный режим работы и за 15 минут гарантированно охладит или нагреет воздух в помещении. При выключении устройства запускается режим самоочистки, благодаря которому внутри кондиционера не скапливается влага, которая может служить благоприятной средой для роста плесени и бактерий. Также стоит отметить, что в этой сплит-системе используется новый тип инвертора, который обеспечивает высокий коэффициент энергоэффективности, выдавая больше холодного воздуха при малом энергопотреблении. Следующий герой нашего топа – кондиционер Haier HSU-09HNM-09R2. Он получил вентилятор особой конструкции, позволяющий распространять воздух на расстоянии до 12 метров. А при включении режима турбо вентилятор начинает работать на сверхвысокой скорости, охлаждая или нагревая воздух с повышенной интенсивностью. После достижения комфортных условий кондиционер автоматически переходит в обычный режим работы. Среди программ данной сплит-системы есть специальный режим для комфортного сна. После его включения устройство будет самостоятельно регулировать температуру и скорость вращения вентилятора согласно заложенным в него настройкам. Также стоит отметить режим Intelligent Air. При его включении охлажденный воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз, тем самым обеспечивается наилучшее охлаждение или обогрев помещения. Кондиционер LG B09TS обладает особым инверторным компрессором, который обеспечивает низкий уровень шума, более быстрое охлаждение и низкое энергопотребление. Плюс к этому производитель дает 10-летнюю гарантию на компрессор, что гарантирует долгое время работы данной сплит-системы. В устройстве предусмотрен ионизатор, устраняющий 99% местных бактерий в течение часа и делающий воздух в помещении чистым и свежим. Кроме того, кондиционер LG может использоваться для нагрева помещений в переходный период, когда центральное отопление еще не включено, а температура воздуха на улице уже достаточно низкая. И даже когда за окном температура минус 15 градусов Цельсия, кондиционер отлично справляется со своей задачей. Также стоит отметить, что управлять данной сплит-системой можно с помощью смартфона, установив на него специальные приложения и создав Wi-Fi подключение. После чего можно проводить диагностику оборудования, выставлять нужную температуру, режим энергопотребления и многое другое.
Сплит-система Hyundai HAR2112H подходит как для охлаждения и нагрева помещений, так и для вентиляции или осушения. При этом в любом из выбранных режимов это делается за считанные минуты. Кондиционер может работать в режиме обогрева, когда температура за окном опускается ниже 0 градусов Цельсия. Поэтому он отлично подходит для периодов, когда не включено центральное отопление, осенью и внезапно наступают заморозки. Устройство умеет автоматически очищаться от пыли, повышая тем самым свою производительность и включает просушку внутреннего блока, не давая развиваться в нем плесени и микроорганизмам. В нем предусмотрен ночной режим, который изменяет климат в помещении согласно рекомендациям для комфортного сна. Также стоит отметить, что данная сплит-система имеет низкое энергопотребление, экономично расходуя электричество даже при интенсивной работе. Следующий герой нашего топа – кондиционер Daikin модель FTXS20K RXS20L. В нем предусмотрен режим усиленной мощности, позволяющий в короткий срок охладить или нагреть помещение. При этом в обычном режиме работы устройство обладает очень низким уровнем шума и может использоваться в спальне. Кондиционер Daikin обладает двухступенчатой системой фильтрации воздуха. Предварительный воздушный фильтр выполнен в виде мелкоструктурной сетки, которые с высокой степенью эффективности останавливают частицы пыли, шерсть от домашних животных, пыльцу, тополиный пух и многие другие загрязнения. Затем в дело вступает титано-апатитовый фильтр, который удаляет из воздуха болезнетворные бактерии и вирусы. Также стоит отметить, что сплит-система Daikin имеет сенсор движения «умный глаз», который позволяет экономить до 80% электроэнергии. Благодаря непрерывному сканированию комнаты, датчик равномерно использует ресурсы кондиционера и работает интенсивно только тогда, когда в помещении находятся люди. Если в помещении людей нет, то кондиционер переходит в энергосберегающий режим и экономит расход электроэнергии. Сплит-система Balu BSV09HN1OL17E Olympio характеризуется низким уровнем шума и малым энергопотреблением. В ней предусмотрено 4 скорости потока воздуха и режим турбо, который позволяет быстро охладить или прогреть воздух в помещении. Когда за окном температура опускается или находится около 0 градусов Цельсия, кондиционер можно использовать для обогрева комнаты. В режиме Sleep модель идеальна для отдыха и сна, так как издает минимум шума, а в режиме iFeel прибор будет с высокой точностью поддерживать заданную температуру вблизи пользователя. Также стоит отметить, что данная модель имеет функцию просушивания и защиты от плесени, которая работает в автоматическом режиме. Завершает наш топ слип-система Mitsubishi Heavy Industries модель SRK20ZSS. Она отличается высокой энергоэффективностью, выдавая на каждый киловатт потраченной электроэнергии большое количество холодного воздуха. При этом кондиционер работает практически бесшумно и подойдет для установки в спальне, работая в то время, когда люди спят. Также в устройстве предусмотрен режим High Power, который очень быстро прогоняет воздух, достигая нужной температура в помещении за короткий промежуток времени. В нем предусмотрен режим самоочистки и имеется антиаллергенный фильтр, который блокирует попадание в комнату частиц пыли, пыльцы, шерсти и других загрязнений. Также стоит отметить, что управлять этой сплит-системой можно при помощи приложения на своем смартфоне. Приложение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяет выбирать разные режимы работы, задавать температуру, положение жалюзи и скорость работы вентилятора. Кроме того, на смартфоне отобразятся коды ошибок в случае, если прибор выйдет из строя. Это был топ-7 лучших кондиционеров по версии канала «Правильный выбор». Напоминаю вам о том, что посмотреть их стоимость вы можете по ссылкам, оставленным в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и напишите в комментариях, какое из устройств вы бы купили. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь до следующего видео. И чтобы не пропустить его, рекомендую вам подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч на канале «Правильный выбор».